Здравствуйте, любители тенниса. Напоминаю вам о хорошем магазине WTT. Ихняя фишка – это инвентарь для внутреннего японского рынка. Вот. Инвентарь профессиональный, качественный, все оригинальное. И там одни из самых демократичных цен на сегодняшний день. Вот. А кто возьмет промокод Вениамин, да, вписать его туда, вы получаете персональную скидку 5% плюс ко всему этому. Вот. Так что обращайтесь, заходите на их ресурсы и покупайте инвентарь. Сейчас самое время, потому что доллар растет, а цены еще прежние. Вот. И идем далее. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Очень часто бывает, я вижу, идет высокий мяч, особенно если важное очко какое-то, концовка розыгрыша. Человек лупит и лупит в сетку. То есть вот такой баллон, делается огромный замах, сейчас я его туда вколочу, аж зазвенит, и попадаем в сетку. Почему это происходит? Вот тут главное понять, что мяч, который имеет подскок вверх, высокий, он не имеет поступательного движения вперед. И дожидаться его, что он сюда долетит, как будто вот он оттуда, то есть часто вот он здесь же и падает. Потому что высокий над столом, я и повторюсь, а не когда идет розыгрыш там топс на топс, они вылетают в случае какого-то не получившегося движения. Где-то сорвалось ребро, подача как-то не так пошла и прочее. И мы получаем высокий мяч, который не идет вперед, а сразу падает. И что происходит? Мы замахиваемся, мяч падает и лупим его вот так в сетку. И все. Нет, давайте задумываться, что мячик, который высокий, проще сыграть без большого замаха по месту туда, куда надо. Вот, делаем небольшой кач плечами и чуть-чуть там ножки включили. И вот без замаха, ну, с небольшим замахом, высокий мяч, вот чуть-чуть его сразу туда. И вы выиграете розыгрыш. А еще есть очень интересный элемент, частенько его делаю, вот когда там с кем-то немножко играем, балуемся, да, то есть мяч получается высокий, можно сделать практически обычную подрезку, вот так. Вот. Очень эффективно. Тут не нужен большой замах, мяч идет неожиданно, мяч идет резко, и мы выигрываем практически гарантированно этот розыгрыш. Вот. То есть не размахиваясь от души, закрываем глаза и лупим, а смотрим на мяч и выбираем вот эту, или мах вот такой резкий плечами, типа скидки, только по высокому, или подрезка его туда, и получается очень здорово. Еще хочу сказать, что многие, вижу, игру замахиваются вот в таком ключе на высокий мяч, то есть поднимают руку. И это нетренированная у нас мышца на такой удар, вот на сверху вниз. Можем часто получить какое-то растяжение или какую-то травму. Поэтому старайтесь высокий мяч делать точно так же, как вас учили делать средний и низкий. То есть все через поворот. То есть через поворот. Как бы высоко он там поворачиваете. Тогда все будет здорово, вы попадете и выиграете. Вот, на этом у меня все. Как всегда, жду ваших вопросов, жду интересных комментариев. До свидания, до следующих встреч.